Берегись волков, если отправишься на высокий Хродгар. Да, воистину странно, когда монахи такое делают. Интересно, что это значит? Мне нравится тут наверху. Идти по ступеням, рассматривать символы, размышлять. Да и поохотиться заодно не повредит. Они не принимают посетителей, но я никогда не поднимаюсь так высоко. Некоторые паломники туда ходят, оставляют им еду и все необходимое, но не ведут беседы. До встречи. Thank you.
Давай проверим, что ты действительно Довокин. Дай нам оценить твой голос. Кричи, дай нам ощутить твой голос. Пожаловать на высокий Кротко. Я мастер Арнгейр. Я говорю от имени Родых. Теперь скажи мне, Довокин, почему ты здесь? Хотим наставлять тебя на этом пути, ибо и до тебя седобородые всегда стремились наставлять тех, в ком течет кровь дракона. До тебя были другие. С тех пор, как Акатош дал этот дар смертным, многие были награждены кровью дракона. Есть ли другие драконорожденные ныне? Это нам неведомо. Пока мы смогли найти только тебя. Это все, что я могу сказать. Мы седобородые, последователи пути голоса. Ты стоишь на высоком Хротгаре. На склонах священной горы Кинарет. Здесь мы говорим с голосом неба и пытаемся достичь равновесия между внутренним миром и внешним. Ты воистину Довокин. У тебя есть врожденный дар. Но хватит ли тебе воли и характера, чтобы пройти по пути, который перед тобой открывается? Это еще предстоит увидеть. Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в тун, то есть в крик. А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться. Когда ты используешь крик, ты говоришь на языке драконов. Кровь дракона дает тебе врожденную способность изучать слова силы. Все крики состоят из трех слов силы. Каждый раз, когда ты овладеваешь словом, твой крик становится сильнее. Мастер Эйнард научит тебя «ро» — второму слову в безжалостной силе. «Ро» означает равновесие на языке драконов. Соедини его со словом «фус» — силы, чтобы еще больше отточить свой «ту-ро». Силу и знания сраженных драконов. При посвящении мастер Эйна позволит тебе почерпнуть его знания. Ро.
врагов своей безжалостной силой, когда они приблизятся. Лоса! Пус, рок! Посмотрим, как ты освоишь совсем новый крик. Мастер Борри научит тебя слову «вуд», что означает «вихрь». Сперва нужно услышать, как звучит слово внутри тебя, и лишь потом вложить его в тум. Вуз! Мастер Борри откроет ворота. Сделай стремительный рывок, чтобы успеть пройти через них, пока они не закрылись. Такое быстрое овладение тумом просто поражает. Я слышал легенды о способностях дракона рожденного, но увидеть самому... Нет, совсем нет. Но смотри, чтобы гордость не затмила твою мудрость. Теперь тебе предстоит последнее испытание. Добудь рог Юргена-призывателя ветра на
нашего основателя из его гробницы в древнем Устенгреве. Не сходи с пути голоса, и ты возвратишься. Нет сомнений, появление дракона рожденного Довокина в этот час не случайно. Очевидно, твоя судьба связана с возвращением драконов. Тебе нужно сосредоточиться на совершенствовании своего голоса, и вскоре твой путь станет ясен. Воистину, мы знаем многое, чего не знаешь ты. Но это не значит, что ты сейчас сможешь это понять. Не дай легкости, с которой тебе дался голос, разбудить в себе гордыню. Она стала погибелью многих прежних драконорожденных. Драконы от рождения умеют направлять свой голос. Драконы также могут впитывать силу сраженных братьев. Немногие смертные рождаются с похожими способностями. До сих пор не смолкают споры о том, дар это или проклятие. То, что тебе удалось постичь за несколько дней, самых одаренных из нас заняло годы. Многие верят, что драконорожденных посылают в мир боги в час великой нужды. Об этом мы поговорим позже, когда ты подготовишься. Драконы всегда умели кричать. Язык неотделим от их природы. В языке драконов нет разницы между битвой и спором. Крик для дракона так же естественен, как дыхание и речь. В древнейшие времена, когда нужда смертных была велика, богиня Кинарет даровала нам способность говорить, как говорят драконы. Большинству требуются долгие годы, чтобы выучить даже простейший крик. Но речь драконов у тебя в крови, и тебе она дается без особых усилий. Пятеро. Наш вождь Партурнакс живет в одиночестве на вершине глотки мира. Когда твой голос сможет открыть путь, знай, что настало время для разговора с ним. Как я сказал, ты узнаешь, что пришла пора, когда твой голос сможет открыть путь к нему. Мы изучаем путь голоса так, как завещал нам наш отец-основатель, Юрген, призыватель ветра. Немногим позволено учиться вместе с нами здесь, на высоком Хробгаре. Но сейчас иной случай. Нам выпала честь вести Довокина по пути совершенствования голоса. Он был великим военачальником древних нордов, мастером голоса или языком. После катастрофы на Красной горе, когда была уничтожена армия нордов, он много лет пытался вникнуть в глубинный смысл этого ужасного поражения. Он осознал, что боги покарали нордов за гордыню и недолжное использование голоса. Он первым понял, что голос следует использовать только для молитвы и прославления богов, а не для прославления людей.
Юрген — призыватель ветра. Мастер голоса сумел преодолеть все препоны. И так родился путь голоса. Мы изучаем путь голоса так, как завещал нам наш отец-основатель, Юрген — призыватель ветра. Немногим позволено учиться вместе с нами здесь, на высоком Хротгаре. Но сейчас иной случай. Нам выпала честь вести Довокина по пути совершенствования голоса. Их голоса слишком сильны для несведущих в пути. Даже их шепот может убить тебя. Голос даровала нам богиня Кинарет на заре времен. Она дала смертным возможность говорить, как говорят драконы. Хотя этот дар часто использовали не так, как следовало. Единственное истинное назначение голоса — славить богов. На пути голоса истинного мастерства можно добиться, лишь достигнув гармонии духа и тела. Мы пытаемся достичь этой гармонии, созерцая небо, царство Кинарет, и практикуясь в использовании голоса. Это похвально, но помни, кровь дракона — дар Акатоша. От такого дара не отказываются. Твоя судьба заставит тебя использовать голос. Зачем бы иначе Акатошу давать тебе эту силу? Если ты будешь использовать свой голос во имя служения Акатошу, то не сойдешь с пути. Дыхание и сосредоточенность. Да направит тебя ветер. Да хранит тебя небо.
направит тебя ветер. Thank you.
рад видеть тебя снова. Тут еще подъемчик, да? В общем, я очень признателен. Вот тебе в награду за труды. Еще раз спасибо за работу. Прошу прощения, госпожа. Не хотите ли послушать мою игру на лютне? Теперь, когда тайна нашего призрака раскрыта, надеюсь, в город будут заходить не только редкие пилигримы. Хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно.